Встречи участниц проекта «Рожденная побеждать» становятся все более непредсказуемыми и необычными. В этот день девушки собрались на лекцию от профессионального нумеролога, чтобы узнать, как дата рождения влияет на судьбу и жизнь человека. Моя цель как нумеролога – показать, что в дате рождения заложены наши таланты. И хочется девочкам дать возможность увидеть и посмотреть на себя с другой стороны. То есть именно через нумерологию, именно через магию чисел, то есть те энергии, те вибрации, которые несет дата рождения. Наши девочки очень заинтересовались такими сведениями и даже просили нас о том, чтобы мы это мероприятие организовали. Это необычно достаточно, но тем не менее вот познавательно. Люди узнают, куда им двигаться, потому что всегда есть какие-то сомнения, особенно когда ты стоишь на пороге выбора какого-то своего жизненного пути. Ну, что-то новое для себя, то, что все еще как бы до этого времени я о себе, например, не знала. Может быть, правда, неправильно живу, свое назначение не знаю. Кроме того, участницы конкурса впервые встретились со стилистами, которые будут преображать их в финале проекта. В основном все девочки достаточно модные стрижки имеют, такой замечательный макияж, аксессуары. То есть вообще даже немножко не вяжется то, что вот сидит такая прекрасная барышня, и коляска прям вот убрать ее хочется. Мы будем помогать преображаться девочкам, чтобы они себя чувствовали настоящими королевами, женщинами. Кто-то сегодня услышал для себя наставление в дальнейшей жизни, прислушался к советам, а, возможно, и вообще изменил взгляды на жизнь. Ну а мы продолжаем следить за участницами проекта и посмотрим, как они будут меняться на его протяжении.